Эй, приветствую, дорогие друзья, с вами Ангой. Надеюсь, что ваша душа станет чуточку теплее с игрой Агогус, Амогус, Гусёгус и так далее, Пидрогус. Мы опять... я невидимка. I'm invisible man. I'm invisible man. А где Майбах? Ты его сменщик, что ли? Я не понимаю. Он на низ бежал, я видел его. Он в отпуске. В отпуске? Неплохо. Ладно, тогда все, бар закрывается. Илюха, здорово. Ты что-то матерное поешь? Нет. Юпенеру. Они там серьезно все вместе сидят? Сидят все вместе, блядь, пиздец. Это лаги, вот это лаги, блядь. Так, ну инвиз мне не нужен здесь, все в порядке. Все в порядке, все в порядке, Саня. Alrighty. А это не видно? Чёрное. Видел. Видел, бачил, проверял. Что-то с ней не так было. Если желтый голубь, ой, блядь, голубь, поедатель тел, сидит там себе, наслаждается. О, ё-моё! Там два... Ничего себе! Я просто лежат охренел. В полицейском участке. Ярик еще мало. Я его все равно не слышу. У меня пока 4 зрителя, я их могу обелить. Точнее, 3 зрителя. 3. 3, да. Ну, я тоже зашел. Там анекдоты рассказывал. Ну, мы нашли в участке, я зашел, там был как раз желтый. И еще ага. Кто-то. Я там стоял, зашел желтый. Вы втроем зашли. Постоял, я там один. А. А у нас же Канада еще жива, да? Хз, хз. Охренел. Я что-то должна объяснить? Нормально было. Великолепно. Все, просто стояла двух трупов и репортил, чем их репортить. За... Засесть в могильщик. Наверное. Ладно, а, могилу ждали. Но приходите это нормально. Все, ребят. Хорошо, хорошо. Главное, что все в безопасности пока что. Задание делать. Надо делать задание. Ага. Я ж прав. О, нихуя. Хуяк не исчезла. Запросто.
Пингвин. Нормально вы тут собрались. И гламурная дура в мини-юбке. Ага. Вот. И последнее что? Гламурная дура в мини-юбке. А. Да. Да. Давайте дальше. Давай. Массажный. Давайте пошленький какой-нибудь. Давайте. Массажный кабинет. Давай. Ну ты как-то неправильно делаешь массаж. Ну ладно, я заканчиваю. Только не в меня. Бля! О, блядь, прям чувствую. Почему пеликана нету, блядь? Самая лучшая публика, мне нравится. Согласен. Давайте еще один пошленький какой-нибудь, да? Да, и потом по заданию. Забрал кота, оставлял у знакомой, забираю отожравшуюся скотину. Зачем ты его так откормила? Ну он же просил. Я тоже в свое время у тебя что-то просил. Что-то такой лояльности я не припомню. Ну это слишком тонко. Это история из жизни. Да, да, это слишком тонко тогда для анекдота. Уходи. А сколько у нас вообще на столе людей осталось? Не знаю, человек 9, может, 8. Давайте. Ну Канаду я убил, давайте трипл килл сейчас оформим и все. Это интересная хуйня будет. Раз, два, три. Нормально. Хорошо посидели.